Защищать права сотрудников на предприятиях помогают профсоюзы. Некоторые добровольные объединения десятилетиями занимаются этой деятельностью. Одна из таких организаций в 2023 году отметила юбилей – 60 лет. Речь о первичной профсоюзной организации Иркутского алюминиевого завода компании «Русал». Там общественники объединились еще в 1963 году. Сейчас в организации состоит больше 2000 действующих сотрудников и столько же пенсионеров завода. В честь юбилея в Шелихове прошел концерт с награждением активистов объединения. Некоторым вручили нагрудные знаки, например, за охрану труда и лучшую работу по защите прав трудящихся. Деятельность современного профсоюза также включает в себя социальную помощь и организацию досуга. Все права работников закрепляются в коллективном договоре с руководством, его обновляют раз в несколько лет. Очень большая работа перед этим идет в течение года, перед тем, как заключить коллективный договор. Проходят собрания, где люди подают свои предложения, что бы они хотели делать. Люди, уходя на пенсию, они получают гарантированно 3 оклада средних. У нас есть социальные программы, где мы помогаем людям. И как при свадьбе, рождение ребенка, сборы в школу. У нас в сентябре месяце проходил здесь форум. Все представители профсоюзных организаций России, со всей России сюда приехали. Ну, была экскурсия на предприятие, был диалог, был круглый стол. И знаете, мне что было приятно, отметили очень эффективное взаимодействие между профсоюзом и администрацией. Потому что это очень важно. Наши работники, это самое главное.